друзья, меня зовут Саня, и добро пожаловать во FNAF 7 или в Ultimate Custom Night. Мы сегодня пройдем еще два челленджа. Для начала, я думаю, это... Так, манго, чика у нас, тут еще спринг трав. Ну, в принципе, легко. Я нашел способ от этих из аудиолюда. Тут как бы все, кроме лягушки, они реагируют на жару, так что они даже сдвинуться не могут, когда жарко в офисе. Так что все легко. Так, Allegis Night 2. Ну, тоже, в принципе, легко пройти. Ладно, отправляемся. Ага. Так. Тут этот вонючий бонька будет. Что-то как-то гало. Лагает как-то. Капец, что за дичь? Их и тут куча, и вот тут вот их куча просто лезет. Вот так вот сделаем. Капец, их тут лезет. Так, иди нафиг, Бонька. Один час. Так, иди нафиг. Так, вот и все. На этих пока насрать можно. Но у меня нет манго, только не поэтому. А, спасибо, марионетка. Такую малину испортила. Монеты. Ее, в принципе, можно депкой отрубить. У нас уже 7 челленджей пройдено. Так, давай. Шай еще раз. Генератор. Четвертая камера. Вы ты серьезно, что ли? Так, заводим эту вонючую марионетку. Так, вот так делаем. Так, тут Эннерт лезет. Давай чека только не. Иди нафиг, у меня тут маска вообще-то. Так, пока заводим марионетку. Иди нафиг.
Они, в принципе, все тут застряли. Серьёзно, сюда идёт? Ё-моё, Мангал! Ты серьёзно? Умеешь же ты одним движением всю малину испортить? Так, 2 часа. Так, теперь, Чика, иди нафиг. Так, все, выключаем. Иди нафиг, Бонька. Мы тебя сюда не звали. Так, зову марионетку. Ты издеваешься, что ли? Второй раз подряд уже лезет. Так, Спринг Тру, Эннард, вся эта тройка тут лезет. Все, марионетка в жопу. Теперь у нас только одна забота, эти Васи. 4 часа. Должна выиграть. О, еще слоняра придется. Блин, Манго, ты что, тупая, блин? А, она не как все. Стат баранов. Один попёрся, другие все тоже попёрлись. Также, а Мангелла умная, она не такая тупая, как остальные. Идёт. Да, да ладно, я даже не посмотрел на часы. Плюс один челлендж. Я не знал, что он такой легкий. Надо было просто научиться проходить этих Вась в аудиолюре и все. А, на часы. А, плюс один челлендж. Я не знал, что он такой легкий. Надо было просто научиться проходить этих Вась в аудиолюре и все. Так, Леди Снайт. Так, за Чикой за ней следить надо будет, можно просто 4-ю камеру на нее перевести. Но еще надо будет проходы смотреть. Можно... Тут никого нельзя вырубить депкой. Ну, Чику, наверное, возможно, хотя нет, нельзя. Так. Ладно, так. Ее камеру можно просто переключить и сделать вентиляцию. Собираться от Мангел и от Чики. В принципе, остальные никто. Остальные нету таких важных аниматроников, которым срать на эти двери. Так, закучка от нее вентилятор, от этих двух игрушки, от этой двери. На эту можно пофиг, просто ее аудиолюром. От этой табличка, это просто будет мешать. Это будет, эту надо толком шандарахать. Ну что ж, давайте попробуем.
на месте сидит. Хорошо, Слав. Так, все, вот так вот делаем. Блин! Ой! Ой, блин, просто тупил, блин. Вообще тут просто слишком много. Тут очки, маска. Я путаю Полару вместе с Чикой. Так, на следующий раз мы пройдем Леди Снайт и Страшные Царапки 2. Так, Кошмаров. Так. Мне кажется, мы это не пройдем. Голден Фредди на 20-ке невозможно пройти. Включаем генератор. Так. На месте живо сидит. Этим еще далеко там. Давайте монеты, алло, ну где вы, блин? Так, давайте монетки. Так, вот и все. На под жопу. Вот что ты идешь?
3 часа. Так, пожалуйста, Чика, уйди. Мне сейчас другая Чика. Да какого фига эта табличка-то не меняется? Почему табличка не меняется? Давай, пожалуйста. Да, мы прошли эти два челленджа. В принципе, легко. Еще три. Нет, еще два видео, и мы пройдем FNAF 7. Ну, почти пройдем, потому что... У нас тут еще... Ну да, у нас тут три челленджа. Два видео или одно. Нет, мне кажется, с атакой кошмаров, наверное, придется пострадать. Но у нас уже 9 челленджей пройдено. Это уже неплохо. Так, ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.